Приветствую вас. Смотрите, напряженные отношения с родными, да, всегда связаны с тем, что значит, ну, что кто-то чего-то ждет. То есть вы, например, ждете от своих родных там одного, они от вас, соответственно, ждут другого. Вот, и в итоге получается такая история, да, что ну, что никто не доволен. Вот. А мне кажется, что вот главное здесь это понять свои ожидания. Понять свои ожидания от родных, вот, и не прикладывать на них ответственность за то, чего хотите именно вы. Просто вот не перекладывать ответственность за то, что хотите вы. То есть отделить себя от них. То есть, к примеру, вот, допустим, там, к примеру, есть, значит, есть я, как бы, говорите вы себе, да, есть я. А есть, соответственно, ну, есть вы. Есть я, есть вы. И, соответственно, я не отвечаю за вас, да, вы не отвечаете за меня. Как бы, все. Вот. Вот мне кажется, что так, мне кажется, что вот такая позиция, она, ну, в некоторой степени более перспективна, да, чем вот то, что вы делаете, там, к примеру, сейчас, там, на данный момент и так далее. Ну, это первое. А второе. Это такая уже обратная в некоторой степени история. Обратный момент в некоторой степени. А, значит, когда вы чувствуете себя обязанным кому-то, когда вы чувствуете, что вы должны что-то кому-то, тут тоже очень важно это понимать, потому что долг — это такая высоко манипулятивная история, к большому моему уважению, да, вот, потому что очень легко подчинить, ну, человеку, очень легко подчинить человека своей воле, да, если оперировать тем, что вот там, ну, что кто-то кому-то что-то должен. К примеру. Вот. То есть это вот такая история. Так что от этого тоже нужно отходить. И если, к примеру, вы что-то делаете для кого-то, да, для своих родных, например, очень важно, чтобы делали вы исключительно по своему желанию, а не потому, что должны. Вот. Вот, наверное, так.
Дальше. Вы спрашиваете, что мне делать, да, и, соответственно, вам ответ такой будет. Что мне делать, да, ответ такой. Что делать, чтобы что? То есть, если наладить отношения с родными, это одно дело. Если, там, к примеру, в себе разобраться, да, это, ну, другая история в некотором смысле. Вот. То есть, это тоже нуждается в корректировании. Это тоже нуждается в корректировке. Вот. Поэтому определитесь, пожалуйста, в том числе и сами, да, что вы хотите, что конкретно вам нужно. А мы уже поможем подобрать какие-то оптимальные, значит, варианты для того, чтобы вы были счастливы и как бы вы были довольны. Вот, в принципе, так. В принципе, такая вот история. Вот. Значит, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.